Совок уже почти ничего не производит сам. Значит, сюда скоро повалят товары с Запада. А вместе с ними хлынет волна рекламы. Значит, и им будет срочно адаптировать под совковую ментальность. Сейчас, Вова, особое время. Такого никогда раньше не было и никогда больше не будет. Пойдешь ко мне в штаб? Кем? Творцом? Творцы нам тут нахуй не нужны. Креатором, Вован. Креатором. Не суйся. Дольше будешь живым богом. Был бог, стал нахуй! Дорогую рву рубаху! Только все было бы жрака! Это время обосрака! Мне нравится, когда у жизни большие сиськи. Это я так думаю. Не надо ориентироваться на атлантические ценности. Мы же евразийцы. Я ж не Сникерс, чтобы меня рекламируют. И там они томятся в отчаянии, ибо Господь с поколением праведников. Каждый человек, который все схватывает на лету, должен быть готов к тому, что когда-нибудь на лету схватят и его самого. Мои коммерсантом был, когда ты еще коз в горах пас. Я в горах не коз пас, а козлов. А какое отношение все это имеет к рекламе? А ты вывеску видел на нашей конторе? Институт пчеловодства. А мы тут вроде как пчел. Запускаем дизель-частушки. Мы с Иваном Ильичем работали на дизеле. Я мудак, и он мудак. У нас дизель спиздили. Молодежь наша. Ты одного не понимаешь. Одного. Политик — это телепередача. Мы же агитаторы и пропагандисты. Море рекламы. Очень легко заблудиться. Боишься? Не боись, это все туфта.